Алло. Здравствуйте, представляю компанию Ростелеком. Меня зовут Ольга. Некоторое время назад мы подключили услугу домашний интернет, интерактивное телевидение. Мы бы хотели узнать, насколько вы довольны нашей услугой. Скажите, кто у вас пользуется этой услугой? Ой, я вам скажу, еще мы ей не пользуемся, потому что мы ее подключили в новой квартире, но туда еще не заезжали. Еще не пользовались. Я вас правильно понимаю, что в полной мере вы не успели воспользоваться услугой? Конечно, да. Скажите, пожалуйста, как я могу к вам обращаться? Евгений. Евгений, очень приятно. Евгений, скажите, пожалуйста, почему вы не пользуетесь услугой интернет? Так я вам только что сказал, мы ее подключили в новой квартире, но туда еще не заехали жить. Скажите, вам нужна помощь по настройке пользования услугой? Вы автомат или нет? Вы общаетесь со специалистом отдела контроля качества обслуживания? А я вам сейчас что сказал? Я там еще не живу. Я ее еще не пользовался. Какая может быть помощь по настройке? Нет, мне пока еще ничего не нужно. Если что-нибудь нужно будет, я просто обращусь. Я вас поняла. Вы уже воспользовались услугой интерактивного телевидения? Я говорю, нет, я же там не живу, в той квартире. Евгений, уточните, пожалуйста, почему вы не пользуетесь услугой интерактивного телевидения? Блин, ты живая или автомат? Скажи мне реально. Вы общаетесь со специалистом отдела контроля качества обслуживания? Ну, короче, автомат, да? Да? Вы общаетесь со специалистом отдела контроля качества обслуживания? Ну, я вам сейчас что сказал? Где я? Отдел проводит контроль качества обслуживания. Нам важно знать ваше мнение. Ну, как мне тебе еще раз объяснить? Мы там не живем. Мы еще им не пользовались. Скажите, вам нужна помощь по настройке пользования услугой? Если ты не автомат, то это трудное, блин, отвал.